Так, стейки пожарились с одной стороны. Я их перевернула, потому что держать телефон и переворачивать я не стала снимать этот процесс, неудобно. Я вам уже показываю, когда я их перевернула. Вот та полосочка, про которую я говорила. Когда кладем на раскаленную сковородку стейки, прижимаем их рукой, чтобы она как бы прям осталась. Вот, перевернули и жарим с другой стороны. Ну, где-то минут 5 я жарила на одной стороне. Я думаю, на этой стороне мы пожарим тоже минут 5. Но это кому как нравится. Кому нравится, может быть, прожарка слабенькая. Кому-то даже, может, чтоб чуть-чуть и сыровато. Кому что. Но мы любим прожаренные стейки, поэтому я жарю, как говорится, до готовности. Вот вчера я их на ночь замочила. Вот она, золотая корочка из-за одного ингредиента, который есть видео, когда я его замачиваю. Вот так сейчас пожарится и будет нам вкусно.